Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Рафт. Мы с вами остановились на том, что я поплыл к одному из больших островов обычных с целью, собственно, получения профицита. А именно, нам нужны пчелы, нам нужны ресурсы с этого острова, и, по идее, мы заглянем еще и в магазик. Что у нас здесь поменялось? Я здесь добавил посадку клубнички. Мне клубничка в целом понравилась. Единственное, что меня смущает, будем ли мы получать достаточное количество семян. Потому что если будем... то я полностью, наверное, перейду на клубнику, потому что она дает и влагу, и понижает жажду, и повышает сытость. При этом всем по чуть-чуть. Но в целом, если ее вырастить в огромных масштабах, я думаю, она заменит и воду, и еду, что, в принципе, идеально. Пока что здесь поставил пугало, пусть оно подпугивает немножко чаек. Так, здесь у нас в чем проблема? Нам еще цветы нужны, потому что у нас здесь цветы сожрали чайки, а семян у меня больше не было. И в конечном итоге, как вы понимаете, мы остались без семян. И без цветов, соответственно. Что очень и очень грустно. Так, что у нас здесь по металлам? Давайте я закину еще. Я тут немножко, по чуть-чуть пытаюсь переплавлять все, что у нас есть, но... не так уж это легко дается, на самом деле. Так, еда у нас есть, этот у нас есть, лук у нас присутствует, мачете чуть-чуть битая. Топором помахаем, когда поплывем. Потому что у нас бананы выросли, эти выросли. Хорошо, все есть. А, стоп, не все, инструмент нужен. Инструмент меня интересовал. Удочка нет. Вот, сачочек, пожалуйста, и пусть на всяк пожарный еще лопата будет. А я здесь не отсортировал ни хера, да? Ой, какой я нехороший человек. Ой, ой. Но к этому мы еще вернемся. У нас здесь просто места уже нет. Вот в чем еще проблема. Ну ладно, пока что собираем титан. Нам нужна станция перезарядки. Так что мы к этому вернемся в любом случае. Какул, фу-фу-фу. О, он не дотянулся. Плохой какул. Так, я сразу вижу магаз на острове. Что меня не может не радовать. Так, битые контейнеры, куча меди. Пока мы это все оставим, потому что меди у нас какое-никакое количество есть. Я думаю, пока рыпаться нет смысла. Так, нас тут кто-то оттачить собирается. О, не зря лопату взял. Нам скоро придется, скорее всего, браться за животных. Потому что ресурсов у нас кот наплакал. Но пока не торопимся. Главное, что инвентарь у нас стал гигантский. Так, меня больше всего интересуют пчелы. Там медведь? Там медведь, отлично. Меня интересуют больше всего пчелы, потому что хотелось бы выйти в полную автономность по топливу. Если мы можем вырастить всякую какубяку для того, чтобы заправить один бак производства топлива, нам нужен еще и мед. Соответственно, нам нужно хотя бы три улья. О, здрасте, медведя здесь нет? Надеюсь, нет. Бляха, вы слишком высоко летите. Точно нет медведя? Точно. Иди сюда, раз, 5 банок. Иди сюда, 2, 4 банки. Вижу еще одних. Еще 5 банок. А нам сколько надо было? По-моему, нам надо было 15 или 16 банок. Кстати, мы еще и новое хранилище не сделали. Так, вот же он. Вот же он. Ули требует, да, 15 банок. У нас одна, по-моему, там есть, кстати. По-моему, одна у нас там валяется. Сотый, троечка. Где еще? Вот, ищу. Давай. Надо по звуку ориентироваться. Вроде тишина. Но здесь есть ящичек. Ящичек с кучей мусора. Как я это люблю. Так, эту часть... вон еще пчелы, кстати. Эту часть, можно сказать, проверили. Правда, сейчас будет темно, как в жопе. Двое пчел даже. Иди ко мне, мой сладенький. Так, там какое-то животное бегает. 4 банки. Мало. Недостаточно. Ну ладно, мы все равно будем собирать все, что видим. Потому что нам это пригодится. Сейчас глянем, что в магазе. По идее, у нас есть уже некоторое количество рыбы. И, возможно, какую-то из них мы сможем продать. Но это не точно. Так, покажите. Нет, их интересует рыба, которая требует наживку, по всей видимости. А наживка стоит мусор.
А могу ли я производить наживку? По-моему, нет. Обычная наживка для рыбы. Пластик мне покупать не надо. Перцы чили, интересно, зачем? Куркума, это, скорее всего, все для рецептов. Не более чем. Позволяет мне цвет одежды, клаксон, это меня не сильно интересует. Ресурсы тоже меня не сильно интересуют. Вот с Т2 уже интересует. Потому что здесь счетчик фундаментов, дополнительные рецепты. Сколько они стоят? 8 монет, 6 мусора. Продаем мы все за монеты. Чем круче рыба, при этом всем, тем больше репутации мы получим. Может, напрессуем мусора? Да закупим наживочки. Имеется 5 штук. Мне кажется, это выглядит как прям хорошая идея. Так, где-то здесь Михаил был. Возле него что-то было? Мед, пчелы, например. Михаил? Вы что-то от нас прячете? Сам Михаил спрятался, я его не вижу. Окей. Как скажешь. В любом случае, я думаю, что да. Мы сейчас попытаемся наклепать мусора. Так, а ну-ка давайте поедим по-человечески. О, да, детка. Наклепаем сейчас мусора. У нас, по-моему, один пакет же мусора есть. Соответственно, нам еще 4 не помешали бы. И попробуем закупить наживочку. И попытаться с ней пожить. Так, это нам не надо. Нам, кстати, глина нужна. По-хорошему, мне надо сделать еще несколько печек. Потому что то, как мы сейчас занимаемся переплавкой, это немножечко больно. Ух ты ж, мать твою, господи, я про тебя забыл совсем. Уйди. Взял меня, перепугал посреди ночи, ну. Сволочь такая. Говно собачье, ублюдок, мать твою. Так, давай, уходи, я не хочу с тобой драться. Нам сейчас капельку не до этого. Ему не прикажешь. Он, если решил драться, то все, с концами. Так, ты не против, я сюда заплыву на секунду. Угу. Надо бы плот, по идее, подвести поближе. Ну ладно. Мы туда еще раз бегаем, да и все. Какул, уйди, уйди. Так, главное с первого раза запрыгивать, все остальное это мелочь. Так, в чем здесь проблема? Здесь нам нужна батарейка. Не надо туда напрес... А, бляха, оно ж долго крафтится. Тогда не будем. Тогда не будем этим заниматься. Скинь каку сюда, скинь каку сюда. Немножечко каки сюда. Еще шушуть сюда. А пчелы не влезли, да? О, так нам одной пчелы не хватает, чтобы сделать 2 уля. Твою ж мать. Ну и что с этим делать? Ладно, пока пусть лежит. Давайте наживку заберем. И попробуем в перспективе. Ну хочет он меня погрызть. Ну не могу я сопротивляться ему. Но если хочет, ну значит надо дать погрызть. Что я могу сказать? Мы-то отрегенимся, а он-то нет. Поэтому как бы мы в любом случае находимся в выигрышном положении в сравнении с ним. Так, окей, берем тогда наживку, проверим, что за рыбу поймаем. Сейчас еще раз проверим, какая разница по репутации. Так, я лучше поднимусь с этой стороны. Малой кровью, так сказать, обойдемся, чтобы лишний раз на медведя не наталкиваться. Медведь нехороший, он нам не рад, мы ему тоже. Поэтому останемся взаимно. Я думаю, может, еще пчелка где-то есть. Мне бы не помешало, например. Не, вроде нет. Ну ничего, поставим еще один улей. Нам теперь нужен обычный остров с цветами. И будет вообще супер. Так, еще раз, продажи. Здесь они идут по нарастающей. Репутация 100. Нет репутации. Чисто за монеты продавать, что ли? Мне это не нравится. То есть репутация у нас есть только за... Раз, два, три, четыре, пять, шесть рыбин. Окей, запоминаем визуально хотя бы. Хотя бы визуально запомним. Так, мы можем купить чекчень. Оно нам сразу в инвентарь, сразу в инвентарь, супер. Так, у вас ящичка здесь не было еще? Мне все время напоминают, что лута ящички у магазинов. А у магазинов они не всегда есть. Так что хрен бы с ними. Все, можем, я думаю, отплывать. По идее, у нас там рядом еще один большой остров есть. Ой, как глубоко. По идее, у нас рядом еще один большой остров есть. Я думаю, что мы на него заплывем. И надеюсь, что по пути найдем еще
Маленькие острова. Какул, какул, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Все, я ухожу, я ухожу. Говну собачью, ублюдок, мать. Так, это все тоже забирай. И это мы все запустим. У нас здесь немного, кстати, еще влезет. И этого у нас тоже много. Бляха, что же делать? Что же делать? Нам нужна какая-то суперпечь. Мы случайно не находили рецепт суперпечи? Нет. У нас есть баки, у нас есть трубы. А, с баками я еще хотел проверить. Бляха, здесь титан тоже нужен. Я не проверил на титан, точно. Погодите. Погодите, погодите. Куда я дел металлодетектор? Лопату верни. Это можешь выложить. Так, кокуленок свободен. Так, здесь ничего нет. По идее, на больших островах должно быть несколько мест с так называемым мусором. Что увеличит наши шансы найти побольше титана. Потому что пока что добыча титана — это самая большая задница. Так, пока идем верно. Угу. На месте. РС. Сейф. Надеюсь, в нем много титана. Пожалуйста. Да ладно. 5 титана в одном месте. Я ботинок пока положу. Это нихера себе. Человек и луна. Напоминание о загадочной общине. Супер, ну и мусор. Окей, гонюхай дальше. Я уверен, что здесь не одно место. Иначе какой смысл от этих больших островов в плане добычи титана? Ну, с другой стороны, даже если одно место, оно очень хорошее. Там 5 штук титана, как-никак. Надо еще лопатами запастись, кстати. Мне интересно, а сколько откат идет на острове? Через сколько здесь появится снова пчелы и мед? Может, я здесь покукую денек, если там за день откат? Опа. К нам к медведю, да? Супер. То, что я и хотел. Нам, в принципе, уже, если мы сейчас переплавим титан, нам хватит на зарядную станцию. Есть такое? Нет. Раз, бляха, ну это обычный мусор. Судя по всему. Фрагмент тики. Это точно часть чего-то больше. Восхитительно. Мне от этого легче, моментально. Так, медведь, мы все-таки к нему придем, да? Да. Медведь, не агрись, не агрись. Не надо. Не надо. Это ни к чему не приведет. Отстань. Отстань. Отстань, говно собачье, ублюдок, мать твою. Так, он на меня раснул. Я все видел. Я думаю, что здесь две точки. Что-то мне подсказывает. Потому что первая была в центре, вторая была слева. И больше мы здесь ничего не найдем. Но в целом меня уже радует, что мы нашли столько титана. Тихо, волна, не уходи. Нормально. Какула. Какула норм. Сейчас поставим тогда зарядную станцию. Только сейчас выплывем немножко с этого острова. Так, какула уже на месте. Ноу. Поставим зарядную станцию, проверим, что она жрет взамен. И, собственно, начнется жизнь совсем другая. Так, давайте пока вырулим к чертям собачьим. Второй остров у нас сколько? Километр, но надо этот оплыть немножко. Запускай двигло. Клубничка как? Клубничку уже можно собрать, супер. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Сейчас сильно завернешь, и будет беда-беда. Нормально, нормально, нормально. Обходим с этой стороны. Потом выйдем, куда нам надо. Так, тебя пока заберем. Нам туда, если что. Так, хотел уже узнать. Семка есть. Одна клубника. Но это же изврат. Это прям больно. По одной клубнике собирать. Прям физически больно. А, и пугало развалили, да? Собака нестойкая пугало оказалась. Тогда по-хорошему вот эти хрени надо будет перенести потом вниз. Внизу чаек нет. Они там не бушуют. Так что разберемся. Так, разворот-поворот. Оплываем эту часть.
Поливать будем, не будем. Нам бы попить, на самом деле. Поливать это, конечно, хорошо. Нам надо проверить будет все-таки места хранилища топлива. Ой, топлива, воды. Слушай, есть вариант, что они будут отлично срабатывать. Так, давай запей до конца. И сразу же наполни. Супер. Так, что мы имеем? Мы имеем кучу титана. Давайте его в дело пустим. Ты свободен, титан, поехал. Я слышу чайку. Это не твоя клубника, уходи. Пугало, по сути, нормально так стоит. Я вам скажу по секрету. Чтобы его так тратить на ровном месте, это мне не нравится. Ладно, с этим разберемся. Так, где меня интересовал дядя-дядя-дядя? Это установка корабельная. Ага, так, устройство зарядное. 4 титана, 1 микросхема, все остальное у нас есть. Супер. Так, давайте сверимся. Там спереди еще один остров есть. А давайте на тот поплывем. Потому что так мы будем возвращаться назад, но потом к квестовому острову долго плыть. Все, нормально, нормально. Так, клубничка пусть растет. Пока она меня, конечно, огорчает, но... Я надеюсь, это временное явление. Так, сюда у нас уже... А, нет, влезет, все нормально. Это пока что влазит. Мусор, мусор, держи ботинок. Держи этот тики. Еще 2 на переплавку есть. Они достаточно долго переплавляются, потому что требуют очень много топлива. Собака такая. Так, водичка появилась. Водичка появилась. Металлодетектор пока держим. Лопату надо еще запасную сделать. Лопата, лопата, лопата. Железо, болты. Так, лопата запасная есть. Броня, кстати, да, тратится. Я думаю, что мы, наверное, пока сохраним броню. Так, камни уйдите нахер вообще. Сохраним немножко броню, потому что мне неизвестно до конца, пригодится она нам всерьез или нет. Поэтому лучше пусть будет. Так, картина размещаемая. О, босс. У нас здесь будет еще... Man and... Это восхитительная картина. 5 баллов, просто. Просто 5 баллов. Так, это я уже как остаточек закину. Но при этом все, у нас есть 5 титана. Я только не помню, что нам надо было для микросхем. Медь, лиана. Медь, лиана, пластик. Пластик давай сюда. Открываем здесь, берем. У нас нет готовой лианы. Я сколько раз выкидывал эту лиану? Одному богу известно. Ну, нам надо реально 6 печек, серьезно. Это не шутка, вообще не шутка. Без 6 печек все будет не то. Чайк нет, чайки есть. Мне не нравится погодка, конечно, ну ладно. Так, клубнику пока оставляем. Много вопросов по клубнике, мне кажется, что их лучше будет сажать в эти... покупные улучшенные места для посадок. Может, там они будут расти лучше. Что не факт. Так, нам еще эту хрень же запустить надо, да? Сколько у нас там аккум стоит? Медь. Хлам изготовить аккум. Становись сюда. И мы закинем, мы закинем, мы закинем. Так, сейчас сначала скрафтим. Микросхема. Я тебя слышу. Лежать. Все. Послушная херовина. Так, установочный инструмент. Чё не хватает? Хлам и пластик. Еще пластик давай. Хлам имеется. Зарядное устройство. Аллилуйя. Давайте-ка смотреть. Во-первых, походу оно работает на топливе. Да. Это меня не то, чтобы совсем... Ох, нихера нас подтопило. Это не то, чтобы меня сильно радует. Но в теории она заряжает 2 батареи сразу. Что тоже хорошо. Только я не смогу... А, не могу пролезть, нормально. Так, требуется биотопливо. Биотопливо подключено. Я опять слышу чайку. На этот раз выжила, сволочь. Требуется биотопливо, тут вопросов нет. Оно заправилось, показатель есть. Биотопливо отсюда заберем. Зальем сюда.
Вопрос теперь, сколько оно тратит времени и топлива на зарядку двух батарей. Это нам было бы полезно. Блях, меня этот волк, он меня теперь будет пугать. Так, какой ресурс у нас в самом изобилии, который мы никуда толком не деваем? Самое смешное, что на самом деле это древесина в данный момент. У нас древесины просто завались. При том, что мы ее почти что не тратим. Почти. Так, ну давайте выгрузим листья и выгрузим немножечко вот этого добра. Вы, может, конечно, со мной не согласитесь. Но это уже мелочь. Так, тебя сюда. Где у нас загрузочный? Пальмовые листья. 20 штук. Херня собачья. Веревки. Веревки уже повеселее. А что ты уже начал мять? Я еще накидаю. Мне не жалко. Не, еду туда не кидай. Еще 20 листьев. Держи еще древесину. Древесина, кстати, нормально дает. Металлолом. Металлолом не считается. Пластик. Тоже мимо. Что такое? Ты живой? Все, я забил его. Найс. Ой, бляха, мы уже на острове. А как я так быстро здесь оказался? Это не тот остров. Это другой какой-то остров, на котором написано help. Interesting. Very interesting. Так, давай поближе подплывем. Может, мы найдем здесь живых людей? Было бы очень хорошо. Тут цветы есть. Все, мы точно останавливаемся. Если там есть цветы, там, где цветы, там мы. Все просто. Так, давайте я еще лиану закину на всяк пожарный. Так, древесина пока сюда, лиана сюда. Раз, два, три. Накидали. Титан, будь добр. Тебя пока куда ты делся? А, он состакался там, окей. Забирай раз, забирай два. Клубничка пока пусть будет, и рыбу мы еще не ловили. Точно. Точно, точно, точно. Брлык. Так, по цветам. Черный цветок, черный цветок. Сам цветок мне не нужен, мне нужны семки. Так, здесь кто-то агрессировать собирается. Потонувшая лодочка. Куча деревьев опять. Лодочка, лодочка, а есть что? Интересное, вкусное. В лодочке есть радио. Ёпперсете. Естественно, пластик. Шляпа капитана. Ну все. Мы нашли достойную замену цилиндру. В смысле? Все, я теперь в шляпе капитана. Цилиндр пока оставим. Гляди, пригодится. Но не густо. Не густо совершенно. Давайте так и быть срубим, потому что у нас скоро семена опять закончатся. Ну и плюс пальмовые листья будем в пакеты переваривать. Вот там где-то лутик должен быть под самим флагом. Так, белые цветы тоже давай. Сами цветы нафиг. Бананас скушаем либо переплавим. У нас 10 готового топлива есть, если что. То есть мы в принципе пока что можем о топливе даже не задумываться. Но это пока что. Кокосики тоже в переработку закинем, наверное. Цветы красные, до свидания. Мы эти все цветочки потом высадим у нас. Проблема в том, что мне надо как-то впихнуть снизу ульи. Я не знаю, как я это точно сделаю. Возможно, мы сделаем третий этаж, кстати. Это будет проще и дешевле, мне кажется. Так, куча кокосов этих семян пусть будет. Это у нас мимо, это у нас мимо. Давайте быстренько, пока не потемнело. Это, кстати, похоже на банановые листья, но... Хрен с ними. У нас бананы пока есть. Очень дебильные переходы. И чтобы что? И чтобы ничего. Просто. Нам решили таким образом показать, из чего здесь, собственно, был у них построен этот флагшток. Окей. Какула, до свидания. Так, давайте думать. Может, реально сделаем быстренько третий этаж? Он нам даст что? Нам здесь деревья немножко будут мешать. Но мы можем сделать навес половинчатый. То есть мы можем закрыть только вот по этот блок, чтобы сюда не садились чайки. Как вам идейка? Мне кажется, очень даже неплохая. Давайте, ладно, поспим. К
Когда поспишь, оно лучше думается. Давай. Ой, луна, луна. Так, замечательно, здесь пакетик готов. И он продолжает прессовать. Я что, на два пакета закинул туда ресурсы? Это хорошая новость, скорее всего. Так, давайте пока... Бляха, надо все отсортировать, потому что мы просто засрались. Серьезно, по-другому это не назвать. Так, здесь у нас не прикрыто до конца. Здесь у нас техническая вся часть будет. Я думаю, что да. Я думаю, что настало то самое время. Страшное. Так, давайте я всю вот эту жрачку скину сюда. Ананас тоже нормально дают, кстати. Кокосы. И кокосы нормально дают. Чё я жаловался вообще? Так, мы сейчас упремся в остров, я так понимаю, да? Мы здесь все забрали, что нам надо было. По идее, все. Давайте вырулим отсюда. Это просто не тот остров, на который мы плыли, если что. Это совершенно не тот остров. Нас ждут приключения. Вот это тот остров, на который нам надо. Так, давай по чуть-чуть выруливай, 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 выруливай. И барабанная дробь. 3, 2, 1. Все, мы плывем прямо на остров. Тебя можем вырубать. Тут, кстати, батарейка уже страдает. Но я думаю, что мы будем только полностью разряженные батарейки юзать. Ну, подзаряжать. Полностью разряженные будем. Так, семена у нас здесь. Держите, 1, 2, 3, 4. Это оставляем. Арбузы, кстати, тоже можно закинуть. Хоба, хоба. Что? Пол арбуза зашло? Окей. Что смогли, то переработали. Что не смогли, ну, хрен с ним, получается. Так, здесь обновим. Я вижу плот. Это ж плот. Да, там плот. Может, заберем даже плот сейчас. Так, это все оставляем. Это нас уже не интересует. Семена сюда, сюда. Есть что посадить, есть что посадить. Этот мы запустили. Перезарядку мы поставили, еще не проверили. Третий этаж. Третий этаж — это не шутки. Иди, я дел молоток. По-моему, я его, кстати, выкинул, нет? Нет, одну клубничку съели. За что? Почему? Мы не получаем больше семян, вот что меня напрягает. То есть мы застрянем намертво. Это не есть хорошо. Воу. Что за волна такая нехорошая была? Это не есть хорошо. Ну ладно. Клубничка, видимо, пойдет у нас в отмену. К сожалению. Так, все. Этого мы нашкварили. На какое-то время хватит. Здесь пока оставляем все. Сюда выкинь каку, сюда выкинь каку. Радио у нас имеет функционал. Да, что-то там играет. Пусть играет. Так, этот оставляем, клубнику будем тогда жрать. Раз она по-другому у нас не перемножится и ничего мы с нее не получим. Можем попробовать ананасы с этими посадить, проверить заодно. Сейчас надо быстро прыгнуться, по-хорошему. Так, арбуз. Бананас. Бляха, я думал, там музыка вещать будет. А музыка отмена. А, нам бы чуть правее... Давай, слегка подожми. Отлично. Стопорись. Стопорись. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Шлак. Просто шлак. Фу. Главное вовремя ткнуть в рот. И все пройдет. Так, мы продолжаем разворот. Разворот продолжать не надо. Нам надо назад. Мы уже почти подплыли к нужному нам острову. Самое смешное, что мы так резво разворачиваемся просто на ветру. Пуша, двигатель выключен. Двигатель. Все, супер. Так, скоро мы увидим островок. Пока что за него не переживаем. О, металл тоже надо переплавить, ёпрст. Так, у нас в чем была проблема? У нас была проблема с водичкой. Давай сюда. Надо вообще за опреснитель, наверное, взяться. Чем бы нет. Так, это все я потом перепилю. Сербню чуть-чуть. Это пока оставляем. Странно, что я остров до сих пор не вижу. А, вон вижу. Тоже какой-то странный островок. Но главное, чтобы были пчелы. Я тогда смогу улей сделать в незаписи. Улей надо, короче, где-то здесь установить. Вот в чем проблема. Я думаю, что мы даже отсюда заберем вот этого товарища. И здесь у нас будут ульи.
Я просто не знаю, насколько близко к ним должны быть цветы и в каком количестве. Я знаю, что мы можем сделать. Мы заберем вас отсюда. Вы здесь не то чтобы сильно нужны. Вот сюда мы поставим три улья. Они сколько занимают? Почти блок, да? Ой, даже не почти блок, полблока, грубо говоря. Да, мы сможем вот сюда поставить три улья и перед ними поставить три цветочка. И будет идеально? Будет идеально. А нахера я тогда снимал эти штуки? Вот в чем вопрос. Я могу их просто чуточку подальше поставить. Потому что здесь якорь. Может нам помешать. Вот, и сюда впихиваем три улья, и все. Птицы нам грозить не будут. И все будет шикарно и блистательно. Это какой-то новый остров, по-моему, нет. Магазин сверху, это какой-то полупустынный остров. Это даже хорошо. Это мы разберемся. Так, а что здесь? Здесь у нас пока что экспериментально. Но опять же, все посадки должны быть закрыты крышей. Я думаю, что здесь будет третий этаж, хотя бы вот... Где у нас блоки? Еще раз. Вот блок, блок. Ну, хотя бы вот посюда. Хотя бы вот эту часть закрыть от наших обожаемых чаек. И будет вообще хорошечно. Так, ладненько. Это я тогда сейчас буду переплавливать до бесконечности. Для того, чтобы освободить места, потратить древесину. Поэтому пока что, ребятки, мы сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно, нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.